В этом году отмечается рост ДТП с участием детей и подростков младше 16 лет. За 9 месяцев этого года на дорогах Тамбовской области произошло 187 аварий, в которых 7 детей и подростков погибли, 213 получили телесные повреждения различной степени тяжести. На территории нашего города проблема с детским травматизмом на дорогах в последнее время обострилась. В Рассказово за 9 месяцев этого года зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 15 получили телесные повреждения и один ребенок погиб. Большинство из этих аварий произошло во время летних каникул. Особое место среди дорожных происшествий занимают случаи с детьми на скутерах и велосипедах. Основная причина – незнание и несоблюдение правил дорожного движения. А первые навыки поведения на дороге детям начинают прививать еще с детского сада. Мы проводим с ними различные мероприятия, игры, эстафеты. Непосредственно образовательная деятельность у нас тоже выделена в учебном плане. Все вот эти вот беседы, они просто так не проходят. Дети слушают внимательно, что-то познают новое, узнают и, конечно же, применяют это на практике. Инспекторами ГИБДД разработаны и совершенствуются комплексные меры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с учетом возраста ребенка. Управление ГИБДД по Тамбовской области регулярно организуют выезд в дошкольные учреждения и школы. Для воспитанников детских садов ставят тематические спектакли, где в доступной игровой форме не только рассказывают о правилах дорожного движения и почему их необходимо соблюдать, но и проверяют знания на практике. Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз социальных педагогов и социальных работников» организовало выезды в районы Тамбовской области с развлекательными программами, основная цель которых – обучить детей правилам дорожного движения и дать им понять необходимость их неукоснительного соблюдения. Спектакли на тему правил дорожного движения пройдут во многих городах и районах Тамбовской области. Это лишь одно из направлений комплексной работы по профилактике детского травматизма. Главная задача – уменьшить количество травм и смертей на дорогах.